Друзья, всем привет! С вами, как всегда, я, Ролан Морозов. И мне настолько уже стали часто спрашивать вопрос, наверное, звонков 5 в день точно. Что делать? Биткоин подешевел. Стоит ли выйти оттуда? Не скам ли это? Типичные вопросы новых инвесторов. Мой первый вопрос к вам. Откуда вы взяли, что биткоин подешевел? На мой взгляд, он подорожал. Вы спрашиваете, как же все красное, так, это же, дешевеет. Друзья, просто смотрите шире. Вот смотрите, биткоин сейчас стоит 35 тысяч, да? Вы видите то, что вы хотите видеть на данный момент. Это называется коррекция. Я вам сейчас скажу, что я лично делаю во время коррекции. Нажмите на график год, например. И покажите мне, пожалуйста, где он подешевел. Если год назад он стоил 9268 долларов, и на данный момент стоит 34900 чем-то, на мой взгляд, он, конечно же, подорожал чуть не 5 раз. Так что, друзья, что делать, если биткоин подешевел? Вас вопрос, да? Да ничего не делайте. Просто сидите и наслаждайтесь жизнью. Не надо продавать, не надо паниковать, не надо делать ничего. Это коррекция. Единственное, что если вам вот прямо так руки шевелятся, чтобы что-то делать, тогда мой единственный совет, каждый раз, когда идет коррекция, покупайте, просто покупайте, и вы будете всегда профит. Смотрите, например, за все время график, о чем идет вообще речь? Тут даже не за все время получается, скажем, 111 долларов стоил биткоин в 2013 году, и тогда все тоже говорили, все, это пик, выше некуда, и так далее, и так далее. Теперь мы уже видели цены 60 тысяч и даже чуть больше. Собственно, что делаю я? Вы, наверное, уже все знаете, что делаю я. Я инвестирую в Америкапитал. Почему я это делаю? Потому что в Америкапитале я накапливаю себе биткоинов, этериумов и USDT. То есть я сделал сюда инвестицию, на данный момент эквиваленте 33225 долларов. Кто смотрит мои видео, да, тут был 60 тысяч долларов, но это эквиваленте доллара, то есть криптовалюта. Меня это абсолютно не волнует, что цена падает. Я вижу в этом только и только возможности. Могу вам показать, смотрите, у меня стоит все время на реинвесте, то есть я накапливаю криптоактивы. Все время наращиваю свое количество криптовалют. Единственное, да, действительно, я не продаю тот момент, когда цена на коррекции. Это вы можете тоже видеть на моем YouTube-канале. Я просто оставлю некоторую N-овую сумму на кошелек и все. Держу их и держу. И когда цена, на мой взгляд, будет нормальной, тогда я часть своих заработанных криптовалют продаю. То есть ключевое слово заработанных, потому что те монеты, что я сюда инвестировал, я их не трогаю, я их наращиваю. Чтобы вам было понятно, видите, у меня криптовалюта стоит на накопительном счету, и это маленькие точки, что вы видите, это мы каждую неделю получаем прибыль. И только часть этого прибыли я вывожу. Надеюсь, я ответил вам понятно, что никакого падения цены нету. Это если он упадет меньше, чем, я не знаю, 100 долларов, тогда можно сказать, да, но это, в принципе, уже нереально. Так что, друзья, успокойтесь, пожалуйста, это самая обычная коррекция, используйте его лучше с пользой, чем поддаваться панике. Все это делается именно для этого, чтобы вы паниковали бы и продали бы свои криптоактивы дешево, то есть не за такую цену, как они стоят. Так что, друзья, единственное, что я могу вам посоветовать, успокойтесь,
Если вы энтузиаст криптовалют, покупайте в то время. Каждый раз, когда видите тут красный, покупайте. Не надо подать панику. И все. Каждый раз биткоин обязательно возвратится своим новым пиком. И еще, мало того, он еще выше становится. Что можете совершенно спокойной душой инвестировать в криптовалюту, и на долгосрок ничего плохого не случится, однозначно вы будете в профите. А еще, используя Амеркапитала, будете в огромном профите. Так что, друзья, если вам интересно, тогда ссылку на Амеркапитал оставлю я в описании под этим видео. Будьте очень спокойны, ничего страшного не происходит. И если вы решите стать инвестором Амеркапитала, вы просто будете получать полный отчет. Все, что связано с криптовалютой, вы будете в курсе, почему криптовалюта ведет себя так или иначе. И со временем вы научитесь относиться к криптовалюте с уважением и абсолютно спокойно переживать такие коррекции. Ну и еще тут, естественно, есть возможность инвестировать в долларах. Тогда вообще получаем только прибыль, никакого волнения в принципе, не должно быть. Так что, друзья, если это видео было вам полезно, ставим лайк. Не пропускаем такие коррекции, лучше используем их. Не надо поддаваться панике. Люди специально пытаются навести панику, чтобы скупить подешевле биткоин. На самом-то деле он есть и уже никуда, никуда не пропадет. За биткоином будущее, это однозначно. Куда уже включен платежи биткоина, ну, там нету возврата. Можем идти только и только вперед. Единственный вопрос, с вами или без вас, это уже решать вами. Друзья, зарабатываем. Зарабатываем честно и, главное, быстро. Всем пока.